Этот дом был построен в 1878 году. Андреевы купили этот дом в 1900 году и переехали сюда со всей семьей. В семье было 5 человек детей. Старший Николай, брат Константин и 3 сестры Николая Платоновича – Надежда, Мария и Екатерина. Отец – купец второй гильдии. В этом доме у него располагалась парикмахерская, прачечная, белошвейная мастерская. В 1908 году к дому была сделана пристройка для того, чтобы вот в этой пристройке фотоателье Андреева и располагалось. Фотографии находятся в таком состоянии, что экспонировать на выставке их в данном виде нельзя. Они очень сильно загрязнены, запылены и имеют многочисленные разрывы и заломы. Видно, что они прожили очень интенсивную выставочную жизнь. Вот очень интересная фотография. Она, видимо, много раз экспонировалась на каких-нибудь выставках. И здесь видны все следы ее монтажа. Клей, бумажные наклейки, сорванная фактура и так далее. Сделаем компрессик метилцеллюлозы и попробуем такую небольшую аппликацию. Клей должен активироваться, потому что он водорастворимый. Процесс долгий, неторопливый и медитативный. Уже у нас довольно-таки чистое местечко. Со временем это все уйдет. Я все это уберу и очищу основательно. Спустя практически 100 лет выставка Николая Платоновича Андреева проходит в Серпуховском историко-художественном музее. И почти потому, что в 1929 году здесь, на первом этаже, проходила его выставка. Выставка уже очень известного, всемирно известного фотохудожника. Мы показываем большую часть тех работ, которые были представлены тогда, здесь в оригинальном виде. Довольно ответственный показ, потому что в следующий раз увидеть оригинальные фотоснимки Андреева можно будет только спустя довольно продолжительное время, через 2, 3, 4, а то и 5 лет мы сможем показать эти работы в оригинальном виде, поскольку по хранительским нормам они должны будут отдохнуть, находиться без доступа света и желательно без доступа воздуха. Очень интересно раскрывать личность Андреева, потому что она была многогранная, она была сама по себе очень неоднозначной, неординарной. Интересно смотреть, как он выглядел, как он модно одевался, какую прическу он носил. И мы видим с фотографии, на нас смотрит очень, очень красивый, очень модный молодой мужчина. Мы начинаем и как бы, да, шокируем в некотором роде, может быть, да, удивляем. При входе на выставку мы видим мотоцикл, видим фотоаппарат, видим мужчину, сидящего в мотоцикле. Ну, и подспудно догадываемся, что, вероятно, это фотография Андреева. Так и есть. Это фотография Андреева, который сидит на своем мотоцикле НСУ. Также здесь можно увидеть еще и такое, наверное, странное присутствие, но вот в таком, да, в комплексе с фотоаппаратом, мотоциклом, еще и духовые инструменты. Флейта и кларнет представлены на этой выставке. Они рассказывают еще об одном увлечении Николая Андреева. Это игра на духовых инструментах. Андреев действительно умел играть на этих инструментах. У него было любимое произведение духовой музыки. Он служил в духовом оркестре при нашем театре. Удочка, которая представлена на выставке, это удочка именно Андреева, которую бережно сохранила его внучка Наталья Валентиновна Дурынина. Любой процесс творчества, он абсолютно сакральный, но вот в понимании личности Андреева все эти стороны и увлечения, и интересы человека дают нам понять его еще лучше. Он утвердил фотографии то, что когда-то открыл Тютчев в русской поэзии. Монументальность малых форм. Тайной,
Нездешние тайны, тревожные и радостные, дышит живое пространство его картин. Его жизнь и его наследие разделили судьбу России. Но и того, что счастливо сохранилось, достаточно, чтобы открыть, наконец, художника широкому зрителю и утвердить его имя в истории нашей культуры. Первый зал нашей экспозиции посвящен фотоателье Николая Платоновича Андреева. Именно с такой фотографической среды начинается его путь в большое искусство. Увлекшись в юности фотографией, работая в галерее фотографий Ващенко, Николай Платонович накопил достаточный опыт для того, чтобы открыть свое дело. Это дело представляло собой традиционное профессиональное фотоателье, в котором Николай Платонович по заказам клиентов снимал и изготавливал фотографии двух самых распространенных в то время форматов. Формат визитный, приблизительно 6x9, и формат кабинетный, приблизительно 9x12. Такие фотографии было принято дарить родственникам, друзьям, знакомым, оставлять на столике в качестве замены визитной карточки, а кабинетные фотографии вставляли в рамки, заключали в семейные альбомы. У Николая Андреева были свои фирменные паспорту для каждого формата фотографий. На лицевой стороне паспорту было написано «Серпухов Андреев», а на оборотной стороне была реклама его фотоателье, которая тоже была выполнена очень высокохудожественно. Став профессиональным фотографом, Николай Андреев входит в фотографическую среду сначала города, затем Московской губернии, второй столицы и, наконец, Российской империи. Он становится членом Московского фотографического общества и там знакомится с новым для него видом фотографии художественной, пикториальной. Пикториальная фотография, она пришла к нам из-за границы, из Европы. И легла, так сказать, на такую национальную почву нашу, русскую. И расцвет пикториальной фотографии в России пришелся как раз вот на эти темы, на темы пейзажа, на темы крестьянского жанра. Пикториал – это в переводе с английского живописный. Поэтому, другими словами, пикториальная фотография – это фотография с живописным эффектом. То есть фотография, приближенная к живописи. И, естественно, когда Андреев мечтал стать художником, готовился к этому, и не получилось, отец не дал денег на учебу, потому что я полагал, что это не занятие для купеческого сына, Владимир Степанович ему как раз его и направил с тем, чтобы он и как фотограф мог работать, и применил свои склонности к художественной живописи. Пейзаж – это основа его творчества. У него был портрет, был крестьянский быт, изображение канала Москва-Волга, виды Крыма. Но пейзаж в его творчестве занимал все-таки основное место и была как бы его душой. В этом зале представлены произведения живописи из нашей коллекции. Это работы художников Саврасова, Лебедева, Горбатова, Беленицкого, Беруля, Грабаря. И соседствуют они с работами Николая Платоновича Андреева, которые по своему исполнению вплотную приблизились к пейзажной живописи. Очень интересная работа «Ко дворам», которую с первого взгляда очень трудно отличить от живописной работы. Пикториалисты, они отрицали время.
Мы очень часто по фотографии не можем определить, это восход или закат, это осень или лето, может быть, это весна. Вот эта фотография, дождь тут фактически нарисован карандашом. Мало найти сюжет на природе. Да, он как художник, он именно относился к сюжетам с требованием художественным, требованием с художественными какими-то закономерностями, чтобы построить изображение, чтобы оно было гармоничным. Но важно было еще и довести это при помощи технических приемов до совершенства. Первый – это был монокль, то есть объектив с одной линзой. Он давал четкие изображения центральной части, а по краям изображения резкость уменьшалась. И к концам кадра, к краям, вернее, кадра совсем резкость уходила. И сюжет напоминал действительно живописное изображение. Он очень хорошо использовал освещение в натуре. Все работы, которые он делал, это постановочные, это на натуре. И даже крестьянский жанр – это тоже постановочные. Нужно было поймать освещение, нужно было поймать изображение облаков, так, чтобы были предметы более объемными, чтобы кадр был более глубоким, более объемным. Очень много работ перед грозой. Либо это был перед дождем или дождь, когда свет рассеянный. Каждое произведение, каждый отпечаток фотографа-пикториалиста, и особенно Николая Андреева, он дорабатывался как отдельное произведение. Говорят, что можно на фотографии поставить первый, второй, третий, там, десятый оттиск, как на форте. На фотографии Андреева нельзя поставить такие номера, потому что даже с одного негатива это будут совершенно разные изображения. Благодаря вот этому подходу к каждому произведению, каждому отпечатку как к шедевру, позволило Андрееву преодолеть вот эту вот механистичность фотографии. И таким образом мы смотрим на его фотографии так, как смотрим, ну, например, на картины Саврасова. Это те самые художественные образы, созвучные эпохе, в которой жил художник. Николай Платонович, он никогда не снимал готовыми заводскими объективами, он делал их исключительно сам. Он сам их рассчитывал, сам склеивал, тубусы склеивал. И это объективы для так называемой мягко рисующей оптики. Он часто использовал бромоиль и бромоиль с переносом. Это когда приготавливался определенного состава химический раствор, опускалась фотография, она практически теряла, обесцвечивалась, клалась на какую-то поверхность, бралась кисть, широкая кисть с косым срезом, ванночка с краской, и дальше прорабатывалась поверхность фотографии вот этой кистью с краской. Вот надо набить краску на кисточку, потом ее разровнять, чтобы она была равномерна. После этого наносить на работу. И движения должны быть такими отрывистыми, чтобы краска отрывалась. Можно делать по-другому, можно просто намазать, но это хуже. Я понял, что самое правильное – это вот такие отрывистые движения. Сегодня я показал оригинальные работы, сделанные в технике бромофорт. Это название техники, которую я придумал в конце 80-х годов прошлого века. Подглядел приблизительно, как это делали старые мастера, в основном Николай Платонович Андреев. Как бы идеи возникли, исходя из его работ. А
вот в том виде, в котором вы сегодня видели, это видоизмененно уже применительно к современным инструментам, к современным материалам и просто вообще моему пониманию, как это делается. Слово «бромофорт», в общем-то, оно по себе объясняет, как сделано это изображение. То есть оно состоит из двух этапов. Это классическая бромо-серебряная печать, которая в 20-х годах прошлого века называлась просто словом «бром». Так подписаны многие андреевские работы. И вторая техника печати – это, ну, я ее назвал «афорт», но, скорее всего, это больше на гравюру похоже, потому что идет выскабливание. Но первая часть печатаешь – это классический фотографический процесс. Вторая часть уже с масляной краской, заливаешь масляной краской такую якобы матрицу, которая является фотографией, и потом уже начинаешь эту лишнюю краску убирать кисточками, скребками разными, ну вот я скальпелем пользуюсь. Андреев непосредственно больше работал в процессе бромуэля, но сейчас бромуэля практически нельзя делать, потому что у нас нет таких фотоматериалов, не выпускаются. Я хорошо знаю современную художественную фотографию, и я очень хорошо оцениваю место Андреева в этой фотографии. Это один из лучших фотографов-художников в мире, и я просто очень горд, что он именно из нашего Серпухова, он здесь родился, здесь рос, здесь творил свои работы. Именно из Серпухова они рассылались на выставки и в там, Канаду, Японию, Испанию и так далее, Париж, так, везде. Именно и сюда приходили почтой награды, которые он получал на этих сановах. В 1914 году Николая призвали на фронт Первой мировой войны. Он к тому времени уже женился на Ворониной Варваре Николаевне. На фронте Николай был ранен. Его отправили в питерский госпиталь. В госпитале он заразился тифом. Приехавшие, значит, его однополчане, которые служили с ним, пришли к Варваре Николаевне и сказали, что Николай Платонович лежит в госпитале уже в очень тяжелом состоянии. Она все бросает и едет в Питер. Находит его в палате смертников в одном из госпиталей. С большим трудом она его привозит в Серпухов, уже очень тяжело больного. И вот дом, стены этого дома помогли. И Николай Платонович вылечился. Помогла ему, конечно, Варвара Николаевна. Не отходила от его постели, приносила ему лекарства, приводила врачей. И Николай Платонович ожил и встал на ноги. В 19-м году у них рождается первый сын, Валентин. И в 21-м году рождается второй сын, Николай. И все они жили в этом доме. Тема дороги, исследования своему пути, своему предназначению проявлялась в творчестве Андреева очень сложно. Это был, как правило, человек в пейзаже. Вот этот человек, причем мы с трудом понимаем, это утро, вечер. Мы понимаем, что это зима и очень холодно. Завис, мы даже не знаем, мужчина это или женщина. Он завис на мостике ровно посередине. Вот между прошлым и будущим буквально. Фотография называется «Мостик». Мостик между чем и чем. И где-то с 23-го, с 24-го года он начинает участвовать в зарубежных выставках вне России. Это начало его вот творческого такого восхождения. Он снимал и раньше. Он первый диплом он получал в 1908 году. У него были неплохие работы в 1910 году, датированные 10-м годом. Но вот его начало творческого взлета относились именно вот к этому периоду жизни. Оно совпало
с тем, что в общественной жизни страны, ну, началось послабление. Там НЭП, можно было творческие дискуссии всякие устраивать, можно было критиковать многое в стране. И, ну, как бы отдушина в общественной жизни. И это совпало и с возрождением фотографии, как таковой, и художественной фотографии в том числе. Что в Советском Союзе в это время участие наших представителей художественной интеллигенции в различных международных проектах становится обязательным. Много разных причин было к этому. И демонстрация того, что в первом мире, новом государстве для любого человека открыты любые пути и для творчества, и для работы, и для учебы, и для науки. Во-вторых, показать, что работы советских фотографов нисколько не хуже и, как показывает практика, во много раз даже более интересные, более художественные, чем работы западных мастеров. Так вот, Андреев участвует в международных выставках, и на его фотографиях можно видеть вот такие небольшие наклейки. Такую наклейку, рекламу, наклейку, марку каждая международная выставка или фотосалон разрабатывала для экспонентов. В частности, у фотографов на работах участницах, как, например, на фотографии «Зима», на оборотной стороне были обязательно такие наклейки. География участия Андреева в международных выставках просто огромна. От Англии до Японии. И в Советском Союзе он тоже принимает участие в значительных проектах, которые также отмечаются дипломами и высшими наградами. Ни одна работа Андреева не оставляет в этот период равнодушными ни международные, ни отечественные жюри. В нашей экспозиции представлены образцы таких наград. Медаль 7-го международного фотографического салона в Мадриде. Наградная медаль Московского фотографического общества. И медаль 4-го международного салона в Испании, который проходил в городе Сарагоса. На выставках работы Николая Платоновича привлекали своим особенным видением, казалось бы, простого, немудреного сюжета, взятого его, им из крестьянского быта. Многие его работы, как, например, одна из самых известных по своему сюжету его работ «Закурил», участвуют в нескольких международных проектах подряд. Например, на обороте вот этой работы две наклейки, подтверждающие участие в ее в двух международных фотосалонах. Он в это время и приобретал мотоциклы, был гонщиком, увлекался вот гонками, играл в оркестре на флейте. У них было 30 чучел уток, которые они брали с собой, разнообразных. И вот на озере с Костей Константин, брат его, он тоже любил охотиться, они брали ружья, бельгийские ружья, замечательные, классные ружья, брали ружья, ехали на охоту, брали этих уток и, в общем, постреливали. Причем говорили, что Николай Платонович мог попасть белке в глаз. Всегда рядом с ним были его друзья. Профессиональные художники Павел Максимов и Александр Пузовкин, и профессиональный фотограф Василий Улитин. Путешествуя в окрестностях Серпухова в поисках вдохновения сюжетов, очень часто дороги Николая Платоновича приводили либо в Лужки на дачу, принадлежавшую семье его жены, либо в Паниково или Ивановские дворики,
где жил художник Павел Максимов. Когда было желание и погода благоприятствовала, он, конечно, отправлялся дальше, в деревню Щеболово, где находился дом семьи художника Бузовкина. И в нашей экспозиции представлен уникальный экспонат. Альбом, принадлежавший Павлу Максимову, в котором он любовно собрал 117 фотоотпечатков маленьких, контактных, тех работ, которые Николай Платонович сделал на пленэре. Предлагали переехать за рубеж, предлагали фотостудию организовать. Наверное, оказаться где-то на чужбине, где-то вдалеке, среди чуждой окружающей среды, вполне возможно, что было для него, в общем-то, неприемлемо. Он же в это время жил фотографией, жил своим творчеством, жил внутри фотографирования пейзажа, и уехать от этого, хорошо, на пустое место приехал бы. Хорошо, на бульваре Капуцинов или где-то еще он оказался бы. Но не для каждого это было манной такой небесной. Русские корни его, наверное, скорее всего, это помешало ему принять предложение. В 1927 год у него закрывают фотографию, ему приходится уйти из музея, перейти на государственную службу, серпнети, Серпуховский научно-исследовательский текстильный институт, он микрофотографией занялся, участки ткани фотографировал, чтобы дефекты определять. Это ему, фотохудожнику, пришлось заняться такой фотографией, потому что просто нужно было на что-то жить. Когда фотографию закрыли, наложили арест на имущество. Пианино, по-моему, было белое, как рассказывала Фаина Федоровна. Денег было столь мало, что им просто сложно было вообще существовать. Они хотели продать его. Продать нельзя было. Это каталоги, изданные с 27 по 29 год в Серпухове. Фотография «Батрак» известна широкой публике, как закурил. А в 29-м году фотографы-пикториалисты подверглись критике как представителя политичного искусства. Поэтому весьма часто прежним фотографиям они давали новые, другие, более правильные по тем временам названия. Но в 31-м году он еще раз заболевает, его кладут в больницу, и в этом же году умирает его первая супруга. Там вообще трагическое такое совпадение. Его в Варгинской больнице в Серпухове, инфекционная, его выписывают, он выходит и в коридоре встречается Варвару Николаевну, везут, кладут в больницу, и, в общем, она чуть ли не в тот же день умирает. Практически его творческая деятельность на этом, можно сказать, в таком большом плане закончилось. После всех этих коллизий, болезней, смертей, он, в общем, по существу стал таким, несколько замкнутым, таким, он внутри себя существовал. Все совпало в такой ком глубочайшей трагедии. И по воспоминаниям современников он посещал кладбище, посещал могилу жены, в общем, каждую неделю.
Я считаю, что это графическая серия, это, конечно, фотографии. Хранились в семье в отдельном конверте. Сразу я вспоминаю Бродского, когда вот это все вижу. Так долго прожили мы с ней, что создали из собственных теней мы дверь себе. Работы шли, спи шли, но створки не распахивались вновь. И мы прошли их, видимо, насквозь. И черным ходом в будущее вышли. Вот, это ощущение одиночества, ощущение холода, вот этого своего особенного пути, своего особенного предназначения, которое он нес как художник, он нес как человек. В 1934 году Андреевых, его и двух сыновей из дома выселяют в коммунальную квартиру. А дом уплотнили новыми жильцами. Жили очень трудно без, он жил очень трудно без жены. Один воспитывал двух сыновей. Все фотохудожники, именно которые работали в направлении пикториальной фотографии, вот это направление было признано буржуазным. Жизнь сама как бы его увела в тень. В 1937-м была поездка по каналу Москва-Волга, знаменитое путешествие, когда силами фотохудожников попытались отобразить грандиозность всей этой стройки. Собрали всех фотографов, самых лучших, дали им задание превзойти себя. И запустили вот этот пароход, который шел по каналу, и они фотографировали. Рассказывает, что те, кто занимался репортажной фотографией, они обычно щелкали очень много кадров на пленку, чтобы потом выбирать, отбирать ну, то, что действительно было стоило дальше печатать. А он взял по свидетельству Хлебникова, по-моему, 14 пластин, только 14, и потом представил на выставку 14 прекрасных бромомасляных отпечатков. Когда я смотрю на эти фотографии, мне тоже становится страшно. Потому что это 37-й год. У Андреева арестованы множество его друзей и коллег. Он пытается соответствовать времени. Но глаз художника никуда не деть. Прошу обратить ваше внимание на вот эту воду. Это прямо бетон застывший. На мой взгляд, это глубоко трагические снимки. Недаром Андреев был мастером психологического пейзажа. Новый год, 41-й, он один, на Новый год пойти некуда. Он бросает все, едет в Москву, и, судя по метрикам, вот 4 января они в ЗАГСе, в Люблинском, они бракосочетаются. Она сразу рассчитывается, она рентгенологом была в рентгенологическом институте. И оставляет работу и переезжает в Серпухов. И оказывается вот в этой комнатке, где я, это январь 41-го, а я в конце декабря 42-го родился, примерно в 44-м. И у него случился второй инсульт. А это середина войны, холодно, топить нечем. Печку растапливали фотографическими журналами «Камера», которые у нас в коридоре там были заложены. Вот приз отцу были эти фотографические журналы. Ну,
деваться некуда, нужно было выживать просто. Я маленький, отец больной, мне там 2-3-4 года. И второй раз отца уже, можно сказать, парализовал. И вот мама с парализованным отцом, ей предлагали отдать его в инвалидный дом. Ну, потому что ситуация такая, что, в общем, ну, я представляю, как это ухаживать за человеком, уже лежащим. Практически он уже не выходил из комнаты. Ну, она категорически отказалась это сделать. И, в общем, так вот до конца, в общем-то, она подвижнически ухаживала за ним. Прежде всего, это как созерцатель и свидетель мистик Андреев. Несомненно, самый русский фотограф России, притворивший, как это у нас принято, классические образцы западной культуры и присущие национальному духу образы в нечто сугубо таинственное. И поэтому, когда беснование формы, эта чума искусства 20 века схлынет окончательно, андреевское творчество вернется широкой публике, как жемчужина духа. Эта история, ну, не про пряху и не про женщину. Фотография 24-го года. Вот образ, который мы видим, он мог быть и в 18 веке, и в 1924 году, и в 35-м году он был такой же. То есть как таковой старинный быт, мне кажется, его не интересовал. Его интересовала драматургия, вот драматический сюжет. В данном случае да, человек, попавший в поток. Когда снимали, вот был поток света, его усилили. Следующим образом, они трясли мешок с остатками муки перед окном. И вот Андреев, мало того, что вот снял этот поток света, который усилился за счет пыли, вот, потом он еще его и дорисовал. Общение с андреевскими работами – это было для меня учеба. Я просто понял, что такое белый свет, вернее, белое пятно фотографии, что такое темное пятно фотографии, как они должны между собой взаимодействовать, как они должны гармонировать в изображении, как, например, из фотографии, снятой в абсолютную пасмурную погоду, что чаще было у андреевских работ, делать потрясающие работы, имитирующие солнечный день, либо очень красивый закат, либо очень красивый рассвет. Андреев это все делал. Вот я, глядя на его работы, этому учился. Я начал помогать Сергею Николаевичу проводить выставки Николая Платоновича. Это вот на основе той коллекции, которая передана сейчас в Третьяковскую галерею. Вот. А сам потом мои друзья к этому подключились. Вот Володя Тимошкин, Спортвино, Олег Буланов. И начали заниматься сохранением, спасением андреевского наследия. Не только те фотографии, которые были в семье. Сергей Николаевич рассказал, что, оказывается, сохранилась эта прялка, которая на работе пряха. Она была в Паниково, там, где жила жена художника Павла Алексеевича Максимова, Анна Трофимовна. Она до тех пор еще тогда на этой прялке пряла. Мы туда ездили, в Паниково, увидели прялку и с тех пор начали мониторить, чтобы она никуда не исчезла, чтобы эту прялку в какой-то момент. И вот Сергей Николаевич, когда Анна Трофимовна умерла, он эту прялку там забрал. То есть ее вот удалось спасти. Мне дали наводку на двух человек, у которых была разобрана по частям андреевская студийная камера, которую он снимал в своей студии. Я нашел этих людей, уламывал их, договорился. И фактически мне отдали
станину Андреевской камеры и доску переднюю и заднюю. Это и рассказали, что этой камерой еще в 70-е годы прошлого века фотографировали в Серпухове в доме быта. Она работала, и там был объектив родной. Я понимаю, что эти вещи должны быть собраны, поскольку они являются вещественным доказательством трудов и гения другого человека. Все, я дарю музей, потому что это все для меня память Андреева, память фотографического Серпухова. Для меня это чрезвычайно важно. Здесь хранятся фотографии из дара, полученного Третьяковской галереей в 19 году от семьи фотографа. Это 2/3 его наследия. Два брата, Сергей и Николай, объединили свои коллекции. Сергей Николаевич с разрешения семьи, с разрешения потомков Николая Николаевича и своих близких передал 669 отпечатков безвозмездно. То есть это был именно дар, который Третьяковская галерея приняла с невероятным чувством благодарности. Это был колоссальный дар. Мы понимали, насколько было сложно семье сохранить. Третьяковская галерея, как правило, получая дар такого масштаба, всегда старается устроить выставку. Прошла выставка, которая называлась «Фотограф Николай Андреев. Мастер пикториализма». Выставка проходила в инженерном корпусе в трех залах и имела достаточно серьезный и большой успех. Действительно считаем и хотим, чтобы так думал абсолютно каждый серпухович, в том, что Серпухов – это родина фотоискусства. Здесь родился и прожил всю жизнь великий гений места, всемирно известный фотохудожник Николай Андреев. Глобальная задача и цель у этого проекта – это открытие дома Андреева, дома фотохудожника Андреева, как центра фотоискусства на юге Подмосковья. У нас есть наследие, которое мы храним и изучаем, и у нас есть возможность привлекать к себе сегодняшних современных фотографов для того, чтобы они показывали свои работы и показывать это все в развитии, от истоков и в сегодняшнем дне.